Пресс-конференция в ГИБДД Одинцовского городского округа началась позитивно. Представители прессы поздравили с прошедшим днем печати и вручили благодарственные письма. После торжественной части обсуждались изменения в законодательстве, вступившие в силу с начала года. Это и поправки в правилах дорожного движения, и новый порядок сдачи практической части экзаменов в автошколе, и перерегистрация транспорта при продаже. Ужесточится контроль за правилами перевозки детей в школьных или экскурсионных автобусах. Колоссально по количеству перевозок впереди планеты всей. То есть у нас их более 5000. Вот, эти все перевозки мы осматриваем, проводим колоссальную работу. То есть, ну, вы, опять же, у кого есть дети, вы это все прекрасно видите, знаете, да, что такое. Сотрудники ГИБДД вновь говорили о световозвращающих элементах и необходимости их применения. По словам старшего госинспектора Евгении Ворониной, самое сложное – это убедить старшее поколение носить световозвращающие брелоки или ленты. Разъяснительная работа будет обязательно продолжена. Мария Шматкова, Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».